Уникальный и узнаваемый стиль, глубокие эмоции и, конечно же, яркость, свойственная бурятскому искусству. То лиричные, то забавные, то загадочные, работы молодой художницы Марины Бадмаевой рассказывают о ее внутреннем мире, о ее мыслях и переживаниях. Да, женские образы предпочитаем, потому что женщина – это красота. Это хочется нарисовать, это хочется изобразить. Работы выполняются с определенной темой. Раскрытие какой-то эмоции, возможно, может быть, какого-то пережитого события. Все, что угодно можно изобразить. Это обычные темы, понятные всем нам, всем обычным людям. Вот. В своей интерпретации. Эта выставка для Марины пятая, но первая именно в Бурятии. Сейчас она живет и творит в Санкт-Петербурге, и питерские зрители приняли ее очень тепло. Но для художницы было важно и ценно показать свои работы именно на родине. Марина Бадмаева работает ювелиром, а в ее работах можно увидеть разные техники и материалы, от фотополимерного пластика до папье-маше. Как рассказала ее преподаватель и наставница, яркую индивидуальность Марина проявляла с первых курсов. На кафедре, еще на младших курсах, она отстаивала вот свой такой живописный стиль и говорила, что ну задание – это задание, а я же художник, у меня там внутри какие-то вот другие мысли. И, вы знаете, мне очень нравится и ее образы. Это в основном лица, это национальные лица. С таким вот каким-то внутренним глубоким выражением. Открытие выставки украсил мистический перформанс «Маски», представленный моделями агентства «Краса Бурятии». Еще одним подарком для гостей стали романсы в исполнении оперной певицы Аюны Бадиевой. Окунуться в атмосферу магического очарования, созданную живописными работами и ювелирными украшениями Марины Бадмаевой, можно до 23 мая. Софья Евдокимова, Нима Роднаев. Программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».